Это начальник теплового района, центральный район тепловых сетей. А мы, может, с вами по телефону общались, с кем-то может ругалась, быть, по телефону. Не знаю. Он как бы профессионал в этом деле. Я думаю, что вы ругаться так не можете. Нет, я могу. Смотрите, что я предлагаю. Выйти на место совместно, как мы это делаем, заактировали, указали в акте, какие недоработки. Пусть придет этот слесарь, чтобы вы ему сказали, для того, чтобы здесь было тепло, тебе надо переделать. Вот это, здесь диаметры заниженные, здесь разводка сделана прямая, врезана в обратку или наоборот, попутана. Ну, для этого надо разобраться. Если мы хотим людям помочь, значит, давайте так поможем. Хорошо. Сами договорились, на какое время? Я утром звоню в МУП, вызываю их, как они мне отвечают, какое время они смогут подойти? Да. Я звоню вам, мы с вами завтра встречаемся. Ну, еще один момент. На улице тепло. Завтра холодно. Завтра уже мороз, завтрашнего дня, понижение температуры. Вот надо прийти, когда у нас мороз. Когда мороз 13-100%. Завтрашнего дня понижение температуры на всю неделю минус. Да, эти заявления прямо сейчас вам продиктуют. Это с вами должны они потрогать? Да, да. Можете писать? Могу. Пишите. Или кого-то куда отправить? Да я сейчас не надо даже писать, я сейчас пишу, что сейчас за вами придут. Давайте, давайте, пусть перечитают, чтобы все сегодня сделали. Ну да, а то хорошо? И снова так же останется. Да, не-не-не, напишите заявление, вам сегодня давайте, же пересчитают. Сейчас, сейчас подойдет исполнитель сейчас, за вами. Да нет, это...